Депутат областного маслихата от фракции партии «Нур Отан» во время своего визита в Иртышский район посетили три общественно важных объекта. О результатах поездки вам расскажет моя коллега Евгения Мягченко. Первым объектом стал физкультурно-оздоровительный комплекс села Иртышск. Площадь территории, которую он занимает, насчитывает 2000 квадратных метров. Уже завершено строительство основного спортивного зала. Несмотря на погодные условия и благодаря применению современных технологий, работы будут идти без остановки. На этот объект с районного бюджета было выделено 5 миллионов тенге. И уже дополнительно после этого с областного бюджета было выделено 185 миллионов тенге. Строительство ФОКа идет все по плану, в принципе, отставания нет, освоение бюджетных средств полностью освоены. В будущем к спортивным залам добавится еще и бассейн. Также в селе Козложар с населением 1500 жителей было восстановлено здание, в котором находится сельский акимат, почта, дом культуры, отделение полиции, библиотека, разнообразные кружки и секции для детей. Когда увидели, там какая почта была, там вот такая маленькая коморка, там где сидел участковый, вообще было не говорить. А сейчас, когда заходим, какая прекрасная, и здесь уже другая аура, у людей другое настроение, люди с таким вдохновением идут на работу. Также теперь в селе Козложар действует и медицинский центр. Оказывается, первичная медико-санитарная помощь. В нашем штате работают 4 сотрудника, то есть один акушер, 3 медсестры, участковый. В нашем пункте имеется кабинет врачебного приема, где с выездом с Иртышской районной больницы выезжает врач-терапевт, врач-педиатр. В завершении своей рабочей поездки депутаты посетили Козложарскую среднюю общеобразовательную школу. На ее ремонт было потрачено 28 миллионов тенге. Не было у нас в пищеблоке даже воды, то есть не было канализационных сливов, ничего. Все это нам сделали в этом году. Помимо пищеблока и столовой было отремонтировано фойе, спортивный зал, коридоры и классы. Школа оснащена новым оборудованием и мебелью. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Иртышакпарат из Иртышского района.